Следующий трек посвящается моим друзьям из секции DVD. Это «Широкий экран» с их последним хитом «Пульт управления». Ты как полчища саранчи. Почему ты не на работе? Почему ты здесь? Перерыв. Продажа степлеров – очень тяжкий труд. Не сомневаюсь. Я не шучу. Покупатели очень требовательные. Тебе-то хорошо. Сюда такие куколки заходят. Да. Не знаю. Сирена даже не подозревает о моем существовании. Послушай, если одна лошадь тебя сбросила, надо сразу седлать другую и плыть вперед. Дамы, Вайт положил на вас глаз, как только вы вошли в магазин. И, должен сказать, у него глаз алмаз. Неужели? Да. Почему бы нам попозже в киношку вчетвером не сходить? За ваш счет? Само собой. Ладно, я Бритни. Как Спирс, только не Спирс. Я слушаю. Не может быть. Я Джонси, а это Вайт. Привет. Подгребайте гиганта Плексу в 8 часов, все подтяжки. Ладно. До встречи. Чао. Пока. Внешностью зацепил. Очарованием наповал сразил. Я сегодня не могу. Хватит быть таким занудой. Я зайду за тобой. Ладно. А ты пока смелости набирайся. Джен, Ники, Джонси, Вайт, Джуд, Кэтлин. Уроки кончаются, жизнь начинается. Глупые правила все забываются. Это не новость, вы знаете сами, как хорошо тусоваться с друзьями. Нам нравится быть вместе всем, там, где нам нравится быть. Мне 16, я в начале пути. Мне работу нужно найти. Слава богу, мы больше не дети, мы теперь за себя сами в ответе. Мне 16, и жизнь прекрасна. Мы взрослеем, это всем ясно. Мы уверены, жизнь прекрасна. Мне 16, жизнь прекрасна. Лично мне это точно ясно. Мне 16. Мы уверены, жизнь прекрасна. 16. Хороший парень. Говорят, у Джонси и Вайта сегодня двойное свидание. Мне бы так, да уж. Не грусти, Джуд, потусуешься с нами. Ладно, что вы находите в этих журналах, помимо фотографий красоток? Это что-то вроде девичьей Библии. Ты серьезно? Там только советы, в которых мы не нуждаемся, и шмотки, которые нам не по карману. Нет, они учат быть стильными современными женщинами. Женские журналы очень вкусно пахнут. Эу. Пардон. А знаешь, тебе бы не мешало раскрыть свою женскую сущность. Нет, спасибо, я вполне доволен тем, что я стопроцентный мужик. Девчонок завоевывать проще будет. Серьезно? А где можно записаться? Отлично, еще одной жертвой глянца больше. Я не знаю, зачем я согласился. Этот Джонси меня уломал. Расслабься, Уайт. Ядерную боеголовку на свидание обезвреживать не заставит. А раз они согласились, значит, ты не такой уж урод. Наконец-то. Может быть, вы нас обслужите? Извините, перерыв. Я слушаю. Пришли, идут сюда. Тихо, тихо, спокойно. Это не зомби-людоеды, это обычные девчонки. Зомби хоть разговаривать не надо. Ты безнадежен. Я буду говорить. Смотри и учись. Не мог он так сказать. Нет, не мог. Никак не мог. Я тебе не верю. Дамы, вас ждет лучший вечер в вашей недолгой жизни. Я днем не расслышал, как вас зовут. Иди ты. Это я не тебе. Не может быть. Какая же ты стерва. Что она сделала? Джина, я разговариваю. Ладно, мне пора. Нас в кино пригласили. Пока. Извините, долг зовет. Да, мы готовы. Пошли. Я Джина, кстати. Привет. Я взял на себя смелость купить билеты. Мы идем на монаха зеленого дракона в 8:10. А ты уверен, что девочкам это понравится? Конечно, понравится. Сплошные драки, ниндзя, все дела. Я хотела посмотреть фильм с Гвинет Пэлтроу «Поцелуй опасного мужчины». Или с Кейт Хадсон. Моему парню нужна работа.
Может, билеты поменяем? Ну уж нет, эти фильмы отстой. А я проголодался, может быть, перекусим? В баре сырные начос продаются, вкусные. Низкокалорийные? Конечно, если съесть одну штучку. 6, 7, 7.50, 7.60. И вам повезло, что я смог впихнуть вас в свой плотный график. Розничная торговля возлагает на меня огромную ответственность. Ты вроде в кунсттоварах работаешь. А я думала, в розовой пятке. Ты там отовариваешься? Еще чего. А раньше ты работал в левой вечеринке? И в джинсовой дыре? И в ремень-ремень? Его часто увольняют. Да, но в кунсттоварах я уже 3 дня, а меня еще не уволили. Господи, где? Пола видела Шону с другой. Подождите, ладно. Что ты видела? Ты зачем меня перед девчонками-идиотом выставляешь? Моя помощь тебе не нужна. Ты сам ведешь себя по-идиотски. Дружок, девчонкам нравятся властные мужчины. Так уж повелось с пещерных времен. Как скажешь. Я точно знаю. Вот увидишь. Ближе к ночи ты перестанешь сомневаться в моем мастерстве. Пошли купим пожрать. Точно попкорна не хочешь? Жутко соленый, весь заменителем масла покрыт. Нет, спасибо. Он очень вреден. Вкусное не может быть вредным. Между прочим, не только Джонси посыпает себя попкорном. Ацтеки и инки украшали им свои церемониальные одежды. Как интересно, профессор Ботаник. Серьезно? Они носили попкорн? Чудно как-то. Откуда ты знаешь? Я не помню. Прочитал, наверное, где-нибудь. Мне нравятся начитанные ребята. Да мне тоже. То есть мне нравится читать. Книжки и все такое. Слова есть, я читаю. Провинция Сацума в Японской империи. Это время голода и войн. Это время самураев. Это время монаха зеленого дракона. Вот что это время. Какое сильное начало фильма. Что это за фильм, где все молчат? Это кто такой? Когда уже ниндзя драться начнут? Какой грустный вечер. И фильм невероятно трогательный, я знаю. Мне Пола звонила, но я даже не ответила. Потрясный фильм. А тебе как, Джонси? Полный отстой. Я хочу, чтобы мне деньги вернули. Ты проспал самое интересное. Фильм черно-белый был, но что за дешевка? Это подчеркивает беспросветность жизни крестьян в имперской Японии. За 12 баксов могли бы и цветной показать. Вайт. Ты так хорошо разбираешься в кинематографии. Одна моя подружка очень любила кино. И, если честно, она бросила меня тут прямо во время сеанса. Вы долго встречались? Всего 2 дня, но все равно обидно-то было. Хочешь об этом поговорить? Эй, подождите! Я очень сопереживал главному герою. Я понимаю, насколько он одинок и брошен. Да, я, правда, одинокой никогда не была, но тоже понимаю. А я вот не понимаю, как эти чокнутые японцы зубочистками едят. Не зубочистками, а палочками. Ты что, суши никогда не пробовал? Сырую рыбу? Дай подумать. Нет. Как здесь холодно. Вот, возьми мою куртку. Спасибо. Когда я так делаю, значит, я готова тебя выслушать. И если я слегка касаюсь твоей руки, ты мне нравишься. И каким образом это поможет мне раскрыть свою женскую сущность? Любая девушка умеет выражать свои чувства языком жестов. Если ты освоишь этот язык, ты будешь знать, о чем думает девушка. Класс, учи дальше, давай. А мне понравилось, как тот чувак коротышке руку сломал. Круто было. Она так неестественно повисла. Мы отлично провели время. Может, встретимся завтра? Я бы еще послушала. Про книгу, которую он недавно прочел, я тоже. Конечно, буду ждать вас в кафе в 3 часа. Отлично. А я расскажу все, что знаю о хоккее. Я классный сезон провел. Не стоит. До завтра, Вайт. Пока, Бритни. Джина. Спасибо большое. Видимо, я не девушка. Меня это совсем не трогает.
Летом без них не обойтись. Кто сказал? Спасибо. Если кто-то научится хоть чему-то полезному из этих журналов, я залпом выпью стакан лимонного сока. Спорим? Спорим. Ты не представляешь, сколько от них пользы. Джуд уже выучил женский язык жестов. Я двуязычный. Угощайся, Джуд. Пиноколада с сиропом для прилежного студента. Красота! Даже есть жалко! Но надо, это мое предназначение в жизни! Ты меня реально бортанул с этими девчонками! Поверь мне, ты сам во всем этом виноват! Ты выставил меня идиотом! Я смотрю на них как на личности, а не на одни мини-юбки. Попробуй ты как-нибудь. Да, сейчас! Смотрите на меня, смотрите, я такой хороший! Извини, мне надо нож из спины вытащить! Как ты можешь так говорить? Я иду на работу. Еле вернулся. Вот это неприятность. А это вторая. Бабы, что это было? Вайт меня опустил. Я устроил нам свидание с клевыми тёлками, а он из себя приличного начал строить. И теперь они считают меня придурком. Может, это потому, что ты и есть придурок? Большое спасибо. Не надо было выставлять это на показ. Вайт ничего из себя не строил, он правда хороший парень. Да, а девушкам нравится честность. Ерунда, им нравятся крутые парни. Парни с гонором. Смотри, сейчас покажу. Эй, крошка, ты не устала? По-моему, тебе не помешает витамин J. У меня этого витамина с избытком. Отвали, лузер. А языком жестов она добавила: пошел ты к черту, полный придурок. Точно, 5+. Этого не может быть. Что происходит? У тебя отличный характер. Его надо просто немного подкорректировать. Мы сможем его переделать, правда? Технологии для этого есть. Попробовать можно. Хуже точно не будет. Мы сделаем его лучше, добрее, нежнее. Готовься осушить стакан лимонного сока, Джен. Мы еще посмотрим, кто его выпьет. Ну ладно, я согласен. Уайт будет не единственным хорошим парнем в городе. Джонси, любые изменения надо начинать изнутри. Она знает свое дело. У него нет шансов. Я знаю, как тебе помочь. Величайшее изобретение в истории женского пола – журнальные тесты. Оцени своего мужчину. Как стать хорошим бойфрендом? Переверни ее мир. Эгоистичная ли ты свинья? Это же девчачьи тесты. Чем они могут мне помочь? Без них я бы никогда не узнала, что я рабыня моды и скрытая угроза для окружающих. Ты ответишь на все вопросы, а мы определим, какую работу предстоит проделать. Поздравляю, оказывается, ты не очень хороший парень. Неудачник в любви, эгоист, какого еще свет не видывал, и просто дурно пахнущий урод. Вот и все. Последнее ты от себя добавила. Виновна. Дело хуже, чем я думала, придется пойти на крайние меры. Кто-то из нас должен притвориться девушкой Джонси. Нет, ни за что. Это твоя дурацкая идея. Да я лучше руку на сиденье отдам. Да ладно, девочки, ему же надо на ком-то тренироваться. Я чувствую, что вы на меня смотрите, но надеюсь, отвернётесь, если я не буду обращать на вас внимание. Плохая стратегия. Это так унизительно. Чувак, на тебя хоть тенистая ёбка не напялили. Прости, ничего другого не нашлось. Тебе это тоже полезно, Джуд. Не забыл про свою женскую сущность? Да. Переходим к следующему этапу обучения. Джуди, твоя девушка. Ты должен быть вежлив, любезен и угадывать каждое ее желание. Умоляю, не делай так. Чувак, я в роль вхожу. Давай начнем с комплиментов. Девушки любят чувствовать себя привлекательными. Издеваешься? О нет, ты довел ее до слез. Кончай, Джуд. Джуди, и с девушками так не разговаривают. Не нужно завести новых друзей. Попробуй еще раз. Ты выглядишь очаровательно, Джуди. Ты что, сделала новую прическу, что ли? Как мило, что ты заметил, чувак. Ну что, так лучше? Отличный роман, если веришь в прошлые жизни и реинкарнацию. Заставляет задуматься. Я бы купила, но кошелек дома забыла. Я тоже. Давайте я вам по экземпляру куплю. Спасибо, Вайт. И раз уж мы здесь, я бы еще книжку про Кабалу прихватила. Я тоже. Вы
Что, еврейки? Нет, но Мадонна говорит, это для души полезно. Да, и симпатичный красный браслетик можно надеть. Пошли поищем ее. Хочешь еще луковых колечек, милая? Нет, Джонси, я убьюсь уже. Ты уронила салфетку. О, боже, спасибо. Какая прелесть. Я думала, это невозможно. Ну и выдержка. Думаю, он готов к финальному тесту. Ты должен заполучить телефон девушки с помощью хороших манер. Даю подсказки. Поэзия и Аланис Морисет? Это же девчачьи штучки. Понятно. Повторение. Ты подходишь с девушкой к закрытой двери. Твои действия? Я открываю девушке дверь. На какой фильм ты пойдешь с девушкой в кино? С красивым актером в главной роли. Девушка спрашивает, не толстая ли она. Ты говоришь? Ты? Нет. Боже правый, он все усвоил. Вон девушка, помни, чему тебя учили, и возьми у нее телефон. Легко. О, боже, левый бывает? Не знаю. И смотрите, он уже возвращается. Есть циферки. Быстро ты. Стакан чистого лимонного сока. Пей, сестренка. Я же говорила, что выиграю. Можете мной гордиться. Я сказал, что обожаю стихи и надеюсь найти в ней понимание. Потому что она сама как стихотворение. И она на это, представляете, купилась, как маленькая. Думаю, с этим придется немного подождать. Ничего, бывает. А теперь простите, я должен надрать Вайта в его же игре. Если у него получится, я буду во всем виновата, да? Спасибо, что угостил нас кофе. Да, ты такой хороший парень. Извините, позвольте присоединиться. Джонси? Спасибо. Я только что с поэтического вечера. Это так вдохновляет. Прекрасно. Не знала, что ты любишь поэзию. Обожаю. Но мне так хочется узнать о вас побольше, дамы. Джина, тебе так идет этот цвет, он подчеркивает твои глаза. Спасибо, Джонси. Бритни, не пора ли нам? Освежиться обязательно. Спасибо. Да что это с тобой? А ты думал, я сдамся без боя? Нет, я тоже в игре. И я тоже умею быть милым. И час и не пройдет, как они у меня с рук есть будут. Это не соревнование, Джонси. Именно соревнование, друг мой. А когда я тебя морально уничтожу, вспомни, это ты начал это соревнование. Дамы, может быть, прогуляемся и узнаем друг друга получше? Ладно, давайте. Правда, нам еще кое-что купить надо. Вы не против? Отнюдь. Вот только за кофе заплачу. Я уже заплатил. Подумаешь. Так, кто любит щенят золотого ретривера? Я. Штанишки полный улет. Я обязана померить эти маечки. Ты не возражаешь? Ничуть. Затоваривайтесь, сколько душе угодно. Подержи, пожалуйста, мою сумочку. Эй, Казанова, классная сумочка. Каково быть хорошим парнем? Надеюсь, все это кончится поцелуем. Причем таким, чтобы язык устал. Тебя хоть щенок не описал. И 4 капучино, будьте добры. Ты такой щедрый. И такой милый. И такая победа меня ждет. Игра еще не закончена. Это тебе. Какая прелесть. Спасибо. Скромный подарок на память обо мне. Дилетант. Джина, мне кажется, пора сделать следующий шаг в наших отношениях. Я хочу быть твоим бойфрендом. Бойфрендом? Джонси, ты неправильно понял мои чувства. Вы нравитесь нам как друзья. Как друзья? Как друзья? Да, я думала, вы знаете. Я вообще думала, что вы геи. Я не гей! Вы же сами говорили, что хороший парень. В том-то и дело, ты слишком хороший. Нам больше нравятся грубоватые парни, которых можно переделать. Я твою сумочку как девчонка держал. Прости. Мы вас оставим на минутку. Ничего не понимаю. Меня приняли за гея? Да какой же я гей? Я на них кучу денег потратил. А я целый рабочий день прогулял. Слишком хороший, говоришь. Жаль, у них денег с собой нет. Какая досада, однако.
Видел выражение ее лица? Незабываемо. Что это? Не спрашивай. Ну, как успехи? Скажем так, и больше никаких хороших парней. Еще журнальчики есть? Хочешь еще один тест пройти? Ну уж нет, эти тесты полный отстой. Зато там красоток полна. Модели клевые девчонки. Джо. Друг. Что? Твоя женская сущность так бы не сказала. Знаешь, мне все-таки больше нравится моя мужская сущность. От парика башка чешется, а теннисные трусы в задницу врезались. Ну и живи невеждой. Похоже, сегодня мне лимонный сок пить не придется. Да. А где же ваши подружки? Ну, думаю, они еще не скоро освободятся. Ты быстрей! У нас тарелки кончились! Мило, я вижу, новые знания тебе не очень пригодились. Знаешь, кое-что я все-таки усвоил. Мне есть чему поучиться Вайта. А Вайту нужно кое-чему поучиться у меня. Тогда, возможно, возможно, мир станет немного лучше. Ага. Да, сейчас! Сейчас! Вот ты где? Ты прогулялся в смену. Бестолочь, ты уволен. Какие же они незрелые. Сюрприз, сюрприз. Мужчины. Озвучено по заказу «Дважды два».